Эй-эй, привет всем! Как вы, живы-здоровы? Я, по-моему, говорил, не говорил, что у нас несколько этапов будет развитие России. Да. Заканчивается, уже будет заканчиваться в апреле этап развития, там третий или какой, я не помню. Ну, с мобилизацией, с частичной мобилизацией начался, и вот сейчас он закончился. Ну, вот окончательно, где-то вот сейчас закончится. Начнется новый этап развития России. То есть, можно даже буквально сказать, что какая-то новая эра будет в развитии России. Я уже предварительно там гадал, рассказывал, чего, да как, да почему, что у нас будут во власти силовики. По большому счету. Хаос будет во всех сферах абсолютно. Удар ожидается по экономике летом. Ну, у меня, по крайней мере, по картам так проходит. Что еще? На фронт обратите внимание. Так называемое СВО тоже обратите внимание. Не очень хорошее там положение будет. Сейчас оно более-менее стабилизировано, но будет оно не очень. По картам, по крайней мере, судя по картам. Для какой стороны я умолчу. Вот, собственно говоря, вот так. Смотрите, сейчас будет, да, период, так сказать, неопределенности, хаоса. Он продлится где-то до осени, вот этот вот хаос. Там уже более к осени будет определение, куда и что двигаться. Хаос долго продлится, да, я согласен. Неведение происходящего. Неведание происходящего, оно будет долго. Это буквально полгода. Осенью оно уже более-менее так устаканится. Будет хорошо или плохо? Ну, такой себе вопрос. Пока я на него не дам ответа. Предварительно гадание я записал на осень. Там уже как пойдет. Хотел еще музыку выложить и стихи, но побоялся. Откровенно, я побоялся. Потому что кто его знает, выложу, а мне потом скажут, а что ты это выкладываешь, а? Ну-ка тебе на еще один бан. На музыку. Пролежала музыка 10 лет, никому не мешала, потом банить начали. Здорово. Ладно. Сегодня... такое гадание, новый этап, новая даже, можно сказать, какая-то эра будет развития в России. С чем эта эра будет связана, посмотрим по картам, по моим картам, по моему дилетантскому мировоззрению. Я еще раз повторяюсь, это гадание, не стоит относиться к этому прямо уж так серьезно, вырывать волосы, если что-то плохое, выпадет с разных частей тела, то есть откусывать конечности себе и разные члены не нужно. То есть это гадание, просто гадание. Иногда оно попадает прямо в точку. Иногда не попадает. Собственно говоря, вот так. Выкладывать, я не знаю, карту стоит, но карты показывают, что стоит. Давайте выложу карту. Я гадаю на Россию-матушку, потому что... Я живу в России, в самом ее центре. Ну, центр это не значит сердце. Так, получается у нас это Россия. Карты скажите, пожалуйста, новый этап, новая эра развития России. С чем будет связана? Новая эра, новый этап. Он будет возникать. Карты мне уже что-то хотел сказать. Ну, допустим. Новое буквально правительство будет, новый источник доходов, новое воспитание, новая идея, что-то сокровенное, возможно, будет, я не знаю. Но вот что-то новое, оно образуется, потому что у нас сейчас период повторяется, я так чуть-чуть по астрологам посмотрел, тот же самый, который был в 1917 году. Вот так вот. Да. Что будет, непонятно. Попробую немножко
так сказать, развеять пелену тумана неведения при помощи своих карт. Да. Несмотря на то, что я гадаю лет 7, да, я гадаю лет 7, я гадал по-разному. Вот данное гадание я увидел у одной бабушки. То есть я к ней сам ходил, но трактовку я сам написал. Трактовку у меня написана самолично. В своей книжке читаю. И, собственно говоря, сейчас посмотрим, как у нас карты проиграют. С чем у нас будет связан новый этап формирования России? Россия большая, я прекрасно понимаю, но основополагающий тренд, он у нас должен быть один. Так, давайте почитаем, что у нас там выпало. События с пожилыми людьми либо старшего возраста. Старшее будет уходить. События с пожилыми людьми. Смотрите, дама пик — это, скорее всего, я думаю, конец. Логический конец старому. События с пожилыми людьми, либо прошлое, у нас уходит вдаль. Следовательно, дорогу молодым. Все старое будет отметаться, что-то будет новое. События с пожилыми людьми связаны с их концом. Что-то новое будет. Будет что-то новое, я еще раз говорю. Это новый этап формирования России. Он вот начинается буквально в апреле. Старое уходит, новое приходит. События со старшими людьми, со старыми людьми, которые будут уходить вдаль. Их будут заносить пески времени. Вот, собственно говоря, вот так. Так проигрывается новый этап. Старое уйдет. Когда оно уйдет? Оно начнет уходить уже довольно скоро. Очень скоро. Потому что невозможно будет формироваться. Десятый месяц. Десятый месяц где-то будет уходить. Жатва. Но оно должно уходить, понимаете? Пространство не требует. Пространство, оно не позволяет пустоты. Оно не терпит пустоты. Пространство должно быть заполнено. Это не космос. Пространство требует, чтобы старое уходило, а приходило новое. Ибо трава и цветы, и деревья, они отживают. Все имеет свое время. Закостенеть абсолютно, ну, это невозможно. Соответственно, старое будет уходить. Может, к 10 месяцу, может, после 10 месяца. Ну, вот как-то так. Это у нас что, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Так считайте, сентябрь, октябрь, вот где-то начнут происходить коренные изменения. Изменения будут происходить через плохое, потому что дама пик проходит. Дама пик никогда не несет ничего положительного. Это как роды. То есть рождение ребенка через страдания, как нам было завещено всем. Вот так же и здесь. Я еще раз говорю, старое закостенелое, оно будет уходить. Природа будет требовать нового. Далее. Совет родственника ближнего. Это ни к чему. Беседа о чужих делах. Ни к чему. Это абсолютно. Беседа о чужих делах. Беседа, вранье идет какое-то. Дороги идут. Чей-то конец идет. Опять дорога. Материальные проблемы, хлопоты. Там король. Ничего карты здесь не говорят. Ну, не знаю, обман просто. Обсуждение чужих проблем. Более я здесь ничего не вижу. Пока, по крайней мере. Далее, что у нас здесь идет? Идет.
известие из казенного дома. Или тюрьма, или осуждение. Кого-то, либо чего-то. Возможно, много людей будут сажать. Я не знаю, возможно так. Погашение кредита. Через посадки будет погашение кредита. Кого будут сажать, я не знаю, но я гадаю на страну. Как-то так. Дальше. Путь встречи с человеком в пути. Отсрочка, перенос планов. Пока не знаю, что это значит. Так, дальше смотрим. А, я все карты возьму. Перенос планов. Новый этап, да. Старое будет уходить, новое приходить постепенно, через муки. Пока карты говорят в общем. То есть старое уходит, новое приходит. Все. Застоя природа также не терпит. Если где-то образуется застой, там либо болото образуется, либо неблагоприятная среда для размножения каких-нибудь там бактерий, только благоприятная. Вот как-то так. Дальше. Пока конкретику карты не дают. Ну, вопрос всеобъемлющий, поэтому ничего сказать не могу. Подарок, либо шанс какой-то будет. Угу. Подарок, либо шанс будет. Судьба подарит нам шанс. Нам судьба готовит какой-то подарок. Я не знаю, сколько до него осталось, но есть очень хорошие основания для того, чтобы изменилось все к лучшему. Новости о знакомом, каком-то знакомом. Перемены в жизни. Человека близко какого-то нельзя подпускать. Пригреть змею к беде. Человек человеку волк. Какой-то человек будет, его нельзя будет подпускать к власти. Не знаю, какой человек. Много разговоров ведется. Не вижу человека. Какого-то человека нельзя будет подпускать. Я замечу, карты мне тут говорят, что старое надо убирать. Старых абсолютно людей нельзя подпускать к власти. Это надо запомнить. Я не знаю, старше скольки лет, но явно не тех, которые выбиваются из общего круга адекватности. Если у человека, допустим, уже деменция, зачем он нужен во власти? Вот как-то так. Далее. Возможно, будет заседание какое-то. На заседании, возможно, оно будет осенью. Я не знаю, когда какое-то заседание будет. Человека какого-то к власти подпускать нельзя. Какой-то человек будет его к власти подпускать просто нельзя. Не целесообразно, а вообще нельзя. Далее. Он прямо будет рваться, просто рваться во власть. Не знаю, какой-то человек. Хорошее настроение не покинет больше вас. Хорошее настроение, сплетни, плохие новости. На фоне сплетен, плохих новостей будет хорошее настроение. Я не знаю, с чем связано это. Не знаю. Пока не знаю. Не знаю. Далее. Жулик-коммерсант. Жулик. Жулик какой-то. Интересно. Обман, обида. Из-за жулика какого-то обида будет. Не знаю, какой-то жулик. Да.
Самое главное, что мне сказали карты, вот сейчас, что я понял. Старое уходит, новое приходит. Слишком старых людей нельзя подпускать к власти. Будет такой период. И человека, который будет очень рваться к власти, причем это будет очень так видно, его нельзя допускать, потому что пригреть змею к беде. Волка в овечьей шкуре подпускать нельзя близко к стаду. Нельзя. Сейчас еще раз просмотрю. Начало периода. Чем у нас увенчается начало периода? Веселье, празднование. Я не знаю, с чем оно связано. Веселье, празднование. Это начало периода. Либо какая-то радость по поводу чего-то, какого-то события. Или событий. Или вообще всеобщая радость и эйфория. Малые деньги. Смотрите, чем этот период знаменуется. То есть начало периода, да, там какая-то эра Водолея, если не ошибаюсь. Здесь с нами есть король. Веселье есть. То есть чему радоваться. Банально, карты говорят. Есть деньги. Небольшие, но деньги есть. Честным путем. Они есть. Чего еще? Но трудно реализуемый план какой-то есть. С чем он связан, я не знаю. Может, кто-то догадается. Разговоров очень много разговоров. Дел не вижу пока вообще. Практически никаких дел. Это начало вот этого самого нового периода. В течение которого старое уйдет. Несправедливость высших лиц, вышестоящих. Несправедливость будет отмечена. Далее. Предложение о встрече, свидании. Да уж. Когда ожидать нам начала перемен? С недовольства. С недовольства. Группа лиц выпадает, я так понимаю. Какое-то событие. Посмотрим, что карты мне сказали. Опасная дорога. Здесь какая-то опасная дорога выпадает. Опасности в дороге. Вот с этого будут перемены начинаться. Какая-то предстоит опасная дорога. Здесь конкретно выпадают лица, физические лица. Опасная дорога для каких-то лиц. Либо к ним дорога опасная, либо у них дорога опасная. Какие-то лица выпадают, и с этого начнутся перемены. Вот этот этап, который я говорил, да, что старое будет уходить постепенно. Оно начнется с дороги. Она запустит процесс. Дорога запускает процесс. Опасная дорога запускает процесс. Процесс ухода старого. Что еще могут карты мне поведать? Обнаружатся изменники либо предатели. Изменник-предатель падает. Обнаружится какой-то. Разговор со знакомой. Не знаю, чем тут знакомая, ни к чему не ведущие беседы. Предатель будет, но с предателем ничего не сделают. Это усугубит ситуацию. Какой-то конкретно есть предатель. Конкретно есть какой-то предатель. Он обнаружится.
но я не вижу, чтобы кто-то что-то сделал. Эта ситуация будет очень сильно угнетать. Усугубление ситуации идет, так сказать. Нарыв образуется. Смотрим по дуплетам и буду заканчивать. Что еще карты могут сказать? Успех в работе, делах. Первое. Улучшение материального положения после поездки. Почему-то дама пик выпадает. То ли это не у России. То ли это обернется знаком минус. Пока сказать тяжело. Успех в делах. У кого успех в делах? Не знаю. Собственно говоря, буду закругляться. Больше я даже не знаю, что у карт спросить. Сами что-то хотят сказать. Разочарование в любимом ком-то есть. Успех в работе, материальное благополучие. Ну, трактовать я пока не буду. Много уже карт понавыпадало. В общем, вот как-то так. То есть новая эра, вот Новый год, да, банально говоря, эра Водолея, да, по-моему, сейчас эра Водолея началась. То есть я еще раз говорю, много будет схожего с тем, что происходило в 2017 году. Но посмотрим как, потому что здесь идет усугубление ситуации. Какой-то предатель обнаружится, но ничего с ним не сделают. Это усугубит ситуацию сильно. Очень усугубит ситуацию. Но с тем же могу сказать точно, что материальное благополучие есть. Маленькие деньги есть. Удовлетворение есть. Спокойствие есть. Этап ухода старого, физически ухода старого, возможно, начнется раньше, но у меня идет 10 месяц. То есть, ну вот как-то так. То есть это у нас осень. Что еще можно отметить? После запускания процесса ухода старого начнется после какой-то очень тяжелой дороги. Я не знаю, у кого-то дорога, может, несколько дорог. Они будут, то есть они назревают. Какая-то дорога, и после этого запускается процесс, который, я так понимаю, он неминуем. Ухода старого. Старое должно уйти и уступить дорогу новому. Потому что, я еще раз говорю, пространство, да, так можно сказать, космос, он не терпит ничего старого. Все заметает пески времени, трава сохнет, там цветы вянут. Да и мы рано или поздно умрем. Это неминуемо. К сожалению, увы и ах. Вот так вот. То есть... Вот, собственно, все, что я могу сказать. Больше добавить нечего. Я так думаю, что это неминуемо. То есть процесс, он будет запущен дорогой какой-то. Вот так вот. Спасибо большое, что послушали меня. Поставьте лайк, дизлайк. Напишите что-нибудь, пару-тройку слов для поддержки. Подпишитесь, если хотите. И всем добра, удачи, здоровья и денег.